я думаю, красиво, конечно, нужно облагораживать город, чтобы было приятно гулять. Чтобы как-нибудь презентовать его в виде туристического кластера. Я просто постоянно гуляю здесь, когда плитка, куда интереснее пройти, чем по асфальту, который уже много лет не меняли. А удобнее? Разницы никакой. Я думаю, будет хорошо, лучше, чем асфальт. Это мое мнение. А чем асфальт хуже? Ну, наверное, он уже старый. Я отрицательно. А почему? Ну, не знаю. Потому что у нас можно деньги куда-то в другое место положить. Более нужное. Если это необходимо, то только за. Если это будет только в лучшую сторону. Красота – это всегда хорошо, а все остальное не обсуждаем. Плитка хуже намного. Неудобно ездить, но в принципе почему нет. Но с точки зрения эстетики плитка выглядит красивее, а денежных затрат не разбираюсь.